просто из людей. Люди пройти не могут никуда. Кошмар. В Сочи первый раз такое наблюдаем. Вообще, аншлаг полный. Всем привет из центра Сочи. Находимся рядом с морпортом. Яхточки тут, все катерочки стоят. Предлагают, как обычно, со всех сторон вас зазывают прям прокатиться, проводить закат. Погода замечательная. Водичка тоже прекрасная. Все красиво одетые, девчата красивые, да, все красивые. Мужчины там, сегодня попался мужчина в магазине, прям чуть ли не во фраке, да? Продавщицы аж засматривались такие. Да ну, говорит, не может быть, какой мужчина красавец зашел. Ну, все стараются приехать, конечно, и красиво одеться. На отдых. Пешочком. Мы пешочком. Девчат вот предлагают прокатиться. Оно не через 15. Семейное видео, да? Кто-то нам в комментариях написал, что мы прям часто говорили слово «ротонда», когда снимали ролик в Дагомысе. Ну уж, как можем, как умеем. Один раз здесь был такое, года 3, наверное, назад. Весь доступ к морю, вот где стоят катера, лодки. Все было в колючей, не в колючей проволоке, а тросами затянуто, чтобы рыбаков изгнать отсюда, с территории морского вокзала. Но возмущение местных жителей было настолько велико, что администрации морпорта пришлось снять эти ограждения и допустить все-таки рыбаков к причалам, чтобы могли рыбачить там, между лодок. Да? Угу. Рыбаки подходят и смотрят, что же они там ловят. Добрый вечер, пойдемте в море. Ну, напрягает это, да, иногда потом. Каждый второй подходит, пойдемте в море, пойдемте в море. Мы уже привыкли. Смотрите, какой трамвай. С рекламой сразу. Тут же продается недвижимость. Коммерческая, жилой дом. 900 квадратных метров. Правда, без цены. 7-минутное отправление, группа набрана. Ждать не нужно никого. Ребят, на закат отправляемся. Спасибо. Так, Ирина меня ждет. Тут пандуса нету. Конструкций никаких нету. Нужно брать Софийку и... Смотри на меня. А мы сделаем катеров, увеличилось количество, да? Да, мы замечаем некоторое. С одной стороны, некоторое увеличение катеров, которых раньше не было, больших таких яхт. А с другой стороны, вот здесь стояли две постоянно, такая серая стояла. Да. Серый большой катер, их нету. Что-то перебазировали.
Ну, может быть, еще у нас же марина есть в Адлере, может быть, там. Там тоже, говорят, большие яхты стоят, которые пригнали из недружественных стран. Была, а, там вон дальше такие две серые стоят, да. Но некоторое количество увеличилось таких дорогих яхт. Но опять же, не слишком здесь много у нас. Если сравнивать с какими-то европейскими странами, где там, там больше таких причалов, больше марин различных. Даже в небольших городочках, в Испании, к примеру. Да и в Турции. А людей-то, да, я переходил к главпочтампу, пешеходный переход. Людей так много. Прям пробка из людей. Идешь и не можешь пройти. Туристов, наверное, больше, чем обычно, да? Ну, сейчас тут сложно судить по количеству людей, которые здесь. А вообще вот так по городу наблюдаем, что больше людей. Красивое время сейчас. Закат и такой золотистый мягкий цвет. Свет и цвет. Все окрашивается в лучах солнца. Солнышко уже заходит. Такой вам вечер из Сочи. Наши кто воды еще не зашла, знает, такая красавица, да, Астория. Этот лайнер Астория будет ходить в Турцию. Трабзон. Ну и в некоторые другие города, в общем, Турция будет заходить. В Стамбул, по-моему, да? И в Сочи. Стоимость какая, не помнишь? Что-то порядка, ну да, разная стоимость, но там более, больше 100 тысяч, да? Ну что-то такое, плюс-минус 100 тысяч. Какой-то праздник сегодня. Сейчас у нас, мне кажется, шашлыками пахнет. И желание
есть огромные возможности для того, чтобы открыть для себя свою огромную, замечательную страну. Узнать все ее красоты, где-то погреться на солнце, где-то проехаться на лошадке, где-то выпить вкусного вина, где-то спуститься на лыжах. Мы говорим о том, что в России отдыхать надо хорошо, правильно, потому что она наша родная. Да? Ну, в общем, давайте определимся с тем, что ты тебе хорошо, а дома лучше. И мы очень хотим, чтобы сегодня здесь каждый из вас почувствовал плечом друга, плечом родного человека, почувствовал, что все она начинает было счастлива, что это наша большая-большая родина, в которой очень много красивых мест, которые здесь посетить, и очень много талантливых людей.
Можно, да? Ирина там детей останавливает, чтобы София скатилась, потому что они там кучи съезжают и друг друга могут по голове настучать. Ребенок отсюда прям упал. Да ты что? А что, чей ребенок? Чужой ребенок. Садись сюда. Ты крючок делаете, да? Ну, так вот. Не хватает детских площадок на всех. Я вообще просто взял его, он боком упал. Сочи прям жизнь бьет ключом. Вот фестивальный перед нами концертный зал, там проходит какое-то выступление, еще мы не знаем какое, но что-то там происходит. Здесь на детской площадке дети разрываются от счастливых криков. Конечно, немножечко не хватает им одной площадки. Возможно, в будущем администрация задумается об расширении детской зоны. Кстати, спрашивали, туалеты бесплатные, чистые. Вот мужской туалет, небольшая очередь, правда, но тем не менее бесплатно и чистые кабинки. Проходит концерт, который я вам только что показывал, Виктория Дайнеко пела, и называется он как-то так патриотично, что-то, в общем, про Россию, вот, и в этом духе. Концерт только начался, так что мы будем обратно проходить, еще, может быть, несколько сюжетов будет оттуда. Очень много людей, ну, понятно, пик сезона, середина июля, город переполнен, просто наполнен, может быть, не переполнен, но наполнен отдыхающими, туристами. И атмосфера такого отдыха. По голосу могу ошибаться, мне кажется, Лещенко поет. Город такой нарядный, как будто Новый год, все сверкает, все в огоньках, столько иллюминации. Конечно, очень красиво. Атмосфера такая, ну, курортная, да, прям очень-очень по-курортному. А какие здесь запахи непередаваемые. Пахнет и специями, и мясом, и чем-то еще. Очень, очень вкусные запахи. Кафешки же с разных сторон, поэтому, конечно, запахи очень приятные. Подсветка не напрягающая. Кстати, вот эти бунгало свободные вечерами. Правда, нету мягких каких-то матрасиков, но люди, видите, как скамейки их используют. И вот эти фонарики, они вообще не напрягают как бы глаз. Можно было чуть поярче сделать, но тем не менее здесь не темно, комфортно. Впереди музыканты там играют. А это вот эта тема вся изжила. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты лишь говорит, что я тебя не люблю. Что любить могут одни девчонки. Давайте, может, забери споем, когда пятница.
бежать за тобой вслед. Открой глаза, закрой лицо руками, видит свет между нами. Меня не потеряли? Знаешь, такой прям везде шум, там народ, тут дети, какие-то люди. Какие-то ограждения поставили, и на территорию пускают через рамки. Да, я знаю, и, так. Да, и народу, конечно, тут, ну, в связи с тем, что концерт, плюс пик сезона, середина июля. Народу, конечно, немедленно. Ирина говорит, кто там пел? Я уже сказал, что Дайнека, кто еще? Фабрика сейчас звезд. А, фабрика. Фабрика, да? Плюс ведущая. Тутта Ларсен. Тутта Ларсен ведущая. Тут пробка просто из людей. Слушайте, тут давка прям такая. Люди пройти не могут никуда. Кошмар. Я первый раз тут живу. В Сочи первый раз такое наблюдаем. Вообще, аншлаг полный. Я просто не видела такой толпы людей ни разу. Сколько мы здесь живем, но, может быть, мало мы здесь живем, да? Мы просто не могли пройти с коляской. Я первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Для нас это, можно сказать, ну, непривычно. Ну, не приезжало раньше столько много людей в Сочи, да? А сейчас видите с этой обстановкой, да? Да, еще концерт. В одном месте они сосредоточились. Сбежали со всей округи туда. Ты знаешь, мы были на концертах все равно, но не было столько людей. По набережной дальше прошел, там как бы везде люди, да, много. И... Ну, а что ты хочешь? Потому что многие пересмотрели свой отдых. Кто в Египте хотел отдыхать, приехали сюда. Кто, наверное, планировал поездку за рубеж, а какие-то страны не выдают визы. Там сейчас же проблематично попасть во многие страны тоже, да?
Ну, в общем-то, ребята, вот такая у нас была прогулка. Надеемся, вам понравится. Ну, немножко с нами так окунулись. Здесь еще, да, сними. Может, без комментариев. Такие одинокие мужчины в беседке сидят, и все в телефонах, все в телефонах. Вообще такое ощущение, что день города, честное слово. Столько людей. Дима, я прям как будто на демонстрации побыла. Вообще, да? У нас же и мужчины смотрят. Да, я покажу Кадиллак. Тут с Казахстана приехал Кадиллак. Сейчас я его обойду, покажу. Но меня впечатлил, конечно, такой аппарат. Причем он отлично сохранился. И его размеры, краска. Может быть, конечно, краска не натуральная, его красили уже. Но аппарат, конечно, такой вот. Как вам, а? Ох, машина какая. А, прокат даже. Он даже в прокате. А я думаю, как они здесь стоят? Здесь же машины вывозят. Тут, наверное, все договорено. Но номера казахские. Если взять такую машину в прокат, то наверняка будут на каждом посту в ГАИ останавливать. У нас любят ДПСники останавливать иногородние машины проверять. Ну, больше внимания, так сказать, они свое обращают на транспорт с других городов. Местных как-то не особо проверяют. Людей очень много, конечно. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Такая вот прогулочка получилась из центра Сочи. Кому понравилось, пишите свои обязательно комментарии. Увидимся в следующих видео. Вы смотрели канал Дом у моря. Привет всем и до встречи в Сочи. Машин просто неимоверное количество. Полный аншлаг.